перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Первый раз захожу онлайн после миллиона, меня по-прежнему смотрит косарь. Люблю стабильность, да. Люблю стабильность. Как у вас дела? Как настроение? Расскажите мне. Я хочу с вами пообщаться. Расскажите мне, пожалуйста. Что там улицы шепчут? Расскажите мне. Как у вас настроение? Как самочувствие? Как Новый год? Скоро Новый год, ребята. Вы готовы к этому? К Новому году? Новый год, новый я. Как обычно, очередная хуйня. Причем беспонтовая. Не, ну а что я хотел сказать? Я сейчас по Киеву еду, короче. Здесь все круто, да, брат? Да, только если ты еще акцент-то киевский переделал. Не, ну а что? Месяц за бугром меняет, понял? Я приспособился, я осознал, что мой духовный левелап уже наступил, и как бы я теперь хочу разговаривать нормально, и понимаешь, брат? Нет, я просто разговариваю нормально, это никакой не московский акцент и ничего, брат. Тоже язык целый. Я просто нормально разговариваю. Вот это шокать, гакать, не, это больше не для меня. После того, как у меня появился миллион подписчиков, я просто должен был уже, ну, соответствовать, как бы, миллиону, соответствовать тому, что я уже, как бы, что я, как бы, уже, ну, медийная личность, у меня миллион подписчиков, я уже сам с машины не выхожу, я просто, ну... Я просто сижу, и мне просто открывают дверь. Убери руки, да, это, убери руки от мамины, да, славы. Тот момент, когда ты ездишь в Киев в купе-проводнице, но все равно хочешь быть серьезным. Послушай, на самом деле купе стоит дороже, чем билет на самолет. Поэтому те люди, которые мне пишут, что я нищий, вы ничего не знаете об этом. Вы ничего не знаете о том, что, как бы, в поезде намного удобнее, нежели два перелета, и это стоит дороже. Поэтому те люди, которые говорят, что я хочу просто сэкономить, вы ничего не шарите. Вы в этом просто ноль. Вы ноль. Вы не понимаете, что такое быть трендсеттером. Летает каждый долбоеб летает. А кто на поезде? Ты попробуй поехать на поезде. Да ты охуешь ехать на поезде. Потому что это настолько круто, это настолько невероятно, это настолько, как бы, захватывающе, это настолько, как бы, ну, просто обудораживает тебя. Ты просто едешь в поезде, и ты понимаешь, вот эта вот машина везет лично тебя. Здесь лично твой кабинет. Понимаешь? И ты просто едешь. С тобой еще одна женщина. Ты просто едешь, и, как бы, все, ну. Тебе приносят чай. Ты просто по щелчку так вот делаешь, тебе приносят чай. А где? На самолете ты сидишь, вот за тебя сидят какие-то, прости за выражение, жлобы. Все жлобы, локти свои раскинули, рогатки раскинули, понимаешь? И ты не понимаешь, что происходит, понял? Куда носится туда-сюда с подносом, ты пока кого-то дождешься, понял? Так весь полет пройдет. В туалете в очередь. А так просто. Просто вот. Одним движением. Вот так, как Танос. На. Хочешь форточку насыпь, всем похуй, тебе чай все равно принесут. Понял? Поэтому, как бы, ну. Как бы самолет беспонтовая хуйня для пижона, понимаешь? Мы настоящие ценители искусства и классики, поэтому мы передвигаемся на поезде. А что, фирменный поезд? Да ладно, я чекуй, ты продолжай говорить. А что, фирменный поезд, я себе сел, поехал, и чё? И хуй, чё мне кто скажет, понял? Еще два раза какие-то люди на границе приходят, честь отдают, спрашивают, как у меня дела, хотят посмотреть мою фотографию в паспорте. Поэтому, как бы, ну... Как бы ни о чем, поэтому, ну... Если вы думаете, что я дешевка, нет, дешевка — это то, что вы... о чем вы думаете, когда смотрите в зеркало, вот и все. Вот и все. Салам всем. Всем привет.
Не, я как бы... Я как бы все, что хотел, что и сказал. Если есть у кого-то какие-то возражения, мы можем обсудить. А предложение? Давайте обсудим. Я очень сильно хочу послушать то, о чем вы говорите. Мне очень интересно, как бы. Ваше мнение очень для меня важно в последнее время. Особенно после того, как у меня 1 000 000 подписчиков. Поэтому, ну, как бы, я очень хочу послушать, что вы скажете по этому поводу. Вот что бы выбрали вы? Какой-то самолет? Или фирменный поезд? Фирменный. Задумай. Я бы на вашем месте призадумался. Учитывая то, что... Ну, опять сообщение. Как бы... Да и так все ясно. Чем мы вообще завели эту тему? Чем мы вообще завели эту тему? Те люди, которые пишут самолет, вы просто не знаете, что такое комфорт. Вы никогда не ездили на поезде. Вы не знаете, что такое комфорт. Да, ты переплачиваешь, но ты в комфорте. Понимаешь, ты по земле. Понимаешь? Знаешь, как говорил мой близкий тенгиз, деньги не крылья, но походку меняют. Понял? И как бы, ну, когда ты летишь в небесах, ты немножко начинаешь терять ключи от жопы. И тебя начинают немножко заносить. А когда ты едешь на поезде, ты понимаешь, что ты по-прежнему на земле, и эти люди вокруг тебя, они как бы, ну... Поэтому, ну, как бы... Чё базарить? А те, кто обзывается, хочу сказать, обзывайся на меня с переводом на себя. Кто обзывается, тот да. Так называется. Да. Кто обзывается, тот шерсть. Кто обзывается, у кого писюн маленький. Вот такой коротышка, понял? Писюн маленький. Поэтому обзывайтесь, маленькие писюны. Что бы я хотел еще вам рассказать? Вы знаете, я вот, допустим, еду в Ауди. Не, ну что, это, конечно, не 221, на котором меня сегодня катали, но как бы тоже, ну, мы передвигаемся не с комфортом, но со скоростью. Вот это как самолет, знаешь. Некомфортно, но быстро, понял? Нет. Может, то ты все равно на земле. Мы никуда не торопимся, понял? Как бы, то есть, поэтому... Поэтому да, мы быстро передвигаемся, слегка дискомфортно, понял? Ну, как бы сидушки дермантиновые, понял? Я бы даже сказал латексные, а у меня аллергия на латекс, и как бы... Я боюсь, чтобы она через пуховик не передалась, потому что, как бы, ну... Как бы раздражение не очень приятная вещь. Поэтому, ну, как бы, ну... Пристегнулся я еще. Глаза мои вот. Я как бы просто не спал. Вы не подумайте, я не накуренный, я просто не спал. Так, что курил, твердый или зеленуху? Девочка, что ты вообще знаешь о твердом? Мне кажется, единственное, что ты твердый в руках держал, это хуй своего пацана, понял? Что вы знаете о зеленке? Мне кажется, зеленка это то, что тебе вавки в детстве мазали на голове. А ты ветрянкой болел. Когда твоя собака ветрянкой болела, понял? Я вообще всегда был озадачен тем, что... Было зачем, почему люди вечно говорят, что я убитый, обкуренный. Я человек, который наслаждается позитивом. Если меня не прет позитив, я звоню героину, понял? И как бы, ну, я 1 000 000 раз говорил, я не выступаю по мелочи, понял? Я не выступаю по мелочи. Если выбирать, то выбирают что-то толковое. Если баян, то в две руки. Да. Да. Так ты убитый, девочка. Как я могу быть убитым, если я здесь сейчас разговариваю? Ты с детства буквы пукаешь, мала? И погнали. Закладку нашел в шапке, прикинь.
Шовы ребзя, как у вас дела? Зашел к вам в трансляцию. Новая почта. На самом деле, хотел с вами поговорить о том, спасибо вам большое за поддержку, ребята. Ценю это, понял? Спасибо, что всегда остаетесь со мной. Скоро выйдет одно интервью, где я рассказываю очень много интересного. Поэтому оставайтесь на связи, или, как говорится, stay tuned. Потому что ближе к Новому году ждет много чего интересного. Напоминаю, что концерт в Праге состоится 22 декабря. Хочу сказать, что все те люди, которые ждут неизвестность, неизвестность скоро будет. Поэтому просто потерпите. И еще хочу вам сказать, всех обнял, всем пока, я полетел, дядя.